Но моя главная фишка заключается в том, что я его поджигаю. Твин, который поджигает. В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 ультраконтейнеров, которые ты можешь забрать деньгами, если контейнеры тебе не нужны. И для участия нужно поставить в настройках своего аккаунта тег создателя контента Вайдер, а также лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, и написать комментарий со своим ником и словом «участвую». И все. Итоги будут проведены на моем стриме. Стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер. Сегодня мы с вами записываем ролик по танчикам онлайн и будем его записывать как раз таки на тему нового устройства, которое у нас, соответственно, появилось в танк онлайн. Это Твинс, который поджигает, ребята. Если вы удивлены так же, как я, то просто ставьте свои царские лайки, потому что, ну это что с чем-то, я говорил, когда вот выйдет эта вся тема у нас на основные аккаунты, тогда, соответственно, и нужно будет ее у нас протестировать, потому что, ну как она работает, мне прям очень интересно. Так, оп-оп-оп-оп-оп, так, а я, конечно, все понимаю, но можно мне, пожалуйста, кого-то все-таки поджечь, чтобы прям было хорошо, чтобы я это все дело протестировал. Так, я у нас с этим устройством играю. Да, поджог, блин, а, кстати, ну, поджог-то я поджог, это понятно, но нет, приятный, максимально приятный урончик, по 150, соответственно, отлетает. Единственное, что у нас получается, твинсинки не так, соответственно, быстро летят, ну, вообще полностью на нашем с вами твинсе. Это, в принципе, и так дело все понятное, но вот факт того, что каждый крит выстрел, как я понимаю, это у нас плюс поджог, соответственно, своего противника, мне это очень нравится, потому что, ну, смотрите, чувак играет, получается, против вас, одевает против вас резист в 50%. Твинс, ну 50% резист, ну все, ты его, как говорится, у нас уже не перестреляешь. Но тут у тебя появляется совершенно уникальная и замечательная возможность, как говорится, взять и поджечь этого, соответственно, противника и этого оппонента. Так, я у нас здесь закликал, соответственно, не с самого начала, что-то почему-то, либо я не знаю, там какой-то... А, это же у нас режим джиггернаут. Я такой еще думаю, какого фига я у нас не на первом месте, what the fuck. Как это вообще вся тема у нас и система работает? Потом, соответственно, догадался, что это же режим джиггернаута, а чувак на первом месте у нас давным-давно катается на этом самом джаггере. Так, ну смотрите, мне это, в принципе, поджигашка очень сильно нравится, очень сильно заходит, потому что, ну блин, я ее по-любому буду использовать на своих аккаунтах, когда буду играть теперь на твинсе. То есть до этого я использовал у нас устройство тяжелый плазмомет, оно мне больше всего нравилось, но вот это вот устройство, оно, как говорится, дает новые возможности, новые, соответственно, какие-то контентовые вещи и новые... причуды в плане того, что вы у нас можете, допустим, взять чувака, раскидать не просто, соответственно, его по урону и по криту, а плюсом ко всему, ну, смотрите, опять же, объясню, в чем, соответственно, имбовость данной темы, данной системы. А если у нас на рельсе играете с поджогом, у нас устройство такое имеется, оно там, ну, максимально тухлое, ну, потому что это рельса, с рельсы нужно попасть, соответственно, еще нужно этот крит выбить, и тебе, соответственно, нужно еще до этого крита как-то дожить, вот, это одно еще дело, да, вот, плюсом ко всему у нас еще идет, так, хоппер летает, конечно, вот, плюсом ко всему у нас же и там есть еще и на смоку такая же тема, то есть на смоку у нас тоже поджигашка, соответственно, присутствует, тоже эта вся штука и система у нас имеется, но это у нас не то, это у нас совсем не то. Мне просто интересно, допустим, смотрите, вот эту вариацию протестировать на каком-нибудь диктаторе, просто к слову, ребята, диктатор у нас имеет свойство, когда ты юзаешь свой овердрайв, абсолютно каждый выстрел, он у тебя идет поджигательный. То есть это крит будет на диктаторе, и, соответственно, с диктатором ты у нас можешь развалить. Блин, смотрите, я у нас не с самого начала в битву зашел, и уже, как говорится, небольшие килики мы с вами понаделали. Так, это наш подписчик, мы его трогать, соответственно, не будем. Хотел я сказать, и меня выносит джаггернаут. Вот это замечательно, вот это мало. Вот это круто ты придумал, конечно. Повезло, повезло, повезло. Вот, по поводу еще, кстати, устройств, которые у нас выйдут в ближайшее время, я так думаю, этот твинса. Потому что кто видел мой ролик, тот, соответственно, шарит и понимает за эту тему. Вы там у нас знаете, что в скором времени у нас, соответственно, выйдут еще устройства на твинсика. И там будут еще более-менее жесткие устройства. То есть, скорее всего, следующее у нас выйдет по теории вероятности, это какая-нибудь заморозка. Может быть, там сразу, ребята, у нас и несколько этих самых устройств выпустят. Потому что, ну, там действительно на твинсика выходило очень много. Там, соответственно, и пробитие выходило, и подавление, соответственно, выходило. И вот это вот...
я что ненавижу, жду имбовое устройство на твинца, это скорострельность. Вот когда выйдет скорострельность, это просто будет, Жень, это просто будет такая жопа для всех, абсолютно, абсолютно для всех будет, соответственно, у нас трагедия. Потому что, ну, твинсик там, ну, я так думаю, имеет достаточно приятный урон. Ну, по крайней мере, такой, который он был на тестовом серваке. Вот, если они его еще немножко сбалансируют, чтобы там как раз-таки у нас урон еще чуть поменьше был, то тогда уж, соответственно, ну, будет неплохо. Тогда, соответственно, этот твинсик, я понимаю, что он будет использоваться исключительно для паркура. Потому что, когда я, соответственно, этот ролик писал, записывал, там мне некоторые ребята говорили, ну, блин, это, конечно, все хорошо. Хорошо, но этот твин, скорее всего, будет использоваться у нас для паркура. Я такой подумал, блин, ну действительно, как бы ты у нас стреляешь, урон по тебе минимальный проходит, при этом ты у нас, соответственно, запуливаешь какого-то чувака охренеть как далеко своими выстрелами. То есть у нас есть плазмофакел, который, ну, как бы такое себе справляется. Вот, но если это устройство будет, это будет прикольно. Вот, я просто воодушевляюсь как раз-таки, знаете, еще чем? Вы же все прекрасно знаете, что есть такая штука, как всякие паркурные темы. Ну, это чисто отдельная каста людей, которые в этом шарят, которые, соответственно, по этой теме у нас угорают. То есть, это зайти на какую-нибудь тишину паркур и хреначить там всех. Ты не получаешь ни опыта, ни фанда, ты просто, соответственно, ставишь кучу мин и переворачиваешь всех. Вы представляете, что можно делать с твинсом, который стреляет как оверка на твоем, соответственно, викинге? Ну, я так считаю, это прям очень сильное заявление. Вот, единственное, кстати, от чего я сейчас начинаю уже немножко припотевать, и от чего, соответственно, у меня небольшие негодования имеются, это то, что, как вы, наверное, понимаете, от подгорания у нас имеется куча всяких разных устройств. Вот, это иммунитет от подгорания, это всякие защиты от подгорания, то есть вот эти всякие темы, они будут исключительно, конечно же, напрягать вот таких чуваков, которые у нас катаются на таком твинсе. Единственное, что как-то может это все спасти, наверное, ситуацию, то что, возможно, у некоторых чуваков нету еще этого устройства. Ну, хотя, кого я обманываю, камон, типа иммунитет от поджога, чтоб не было названия легенды, но это что-то за гранью вон выходящие. Вот, если, как говорится, у нас это еще будет на каких-то мелких диапазонах, вот это устройство на мелких диапазонах будет работать просто как часы. На мелких диапазончиках это прям вообще идеальная тема, идеальная штука. Я, наверное, там тоже попробую как-нибудь потестировать всю эту тему, но не знаю, насколько это будет там реально выбить, конечно, потому что, к слову, я у нас вчера потратил 250 ультраконтов, то есть купил спецпредложение. И что вы думаете, с этого спецпредложения мне ничего не выпало. То есть мне не выпало новое устройство с этого спецпредложения вообще. То есть 250 контов улетели в тыр-тарары. Я такой думаю, ну прикольно, конечно. Это, конечно, все круто, интересно и здорово, но как бы 250 ультраконтов, из 250 ультраконтов я это все дело у нас не выпил. Вот, плюсом ко всему, опять же, еще есть такой моментик у меня достаточно неприятный, что некоторые ребята у нас, которые, соответственно, пытались и как-то открывали конты ультра в большом количестве на тестовом, исключительно сервере, говорили, что они типа потратили 1000 только ультраконтов, чтобы, соответственно, выбить это устройство. Ну, что-то, ну, такое себе. Действительно, что-то, ну, такое себе. Как-то меня вот эта вся система не устраивает выбивание. Вот смотри, чувак у нас, чувак не понимает, что он берет защиту от твинца, но моя главная фишка заключается в том, что я его поджигаю. Твин, который поджигает. Карл, твинс, который поджигает, просто, блин, вот если бы мне кто-то сказал про такое устройство, ну, каких-нибудь 2 года назад, да даже полтора, да даже год назад, если бы мне сказали, что скоро на твинс появится устройство, которое, соответственно, будет поджигать, я бы сказал, ты что, совсем, что ли, с ума спятил, ты что, идиот? Он говорит, ну, появится устройство такое, я его спрашиваю, ты идиот? Он мне говорит, ну появится по-любому, идиот. Вот серьезно, потому что, ну как бы я это объяснить, по крайней мере, нормальным способом для себя не могу.
Нет, типа такое себе. Да, кстати, паладины у нас что-то катаются прям очень-очень опасненько. Что-то чувствую, скоро их немножечко у нас пофиг. Ну ладно, хотя, наверное, не скоро их пофиксят, но фикс будет 100%, потому что паладины-то у нас прям вообще система нагиба, система, соответственно, разгибания. Вот я бы на самом деле паладинчику, знаете, что сделал? Скорость, скорее всего, поменьше бы замутил, чем средний, соответственно, танк, либо немножко хпшки ему порезал, потому что, ну уж очень он имбовый, прямо он вот чересчур имбовый в некоторых моментах. Когда ты у нас, допустим, возле паладинчика этого стоишь, он свою оверку юзает и все. Но хотя, если без оверки, он уж не такой имбовый. Поэтому, наверное, ему все-таки, возможно, что-то еще с оверкой сделают. Потому что, когда он в первый раз вышел, оверка у него там была вообще просто вышка-пушка. Нельзя было нормально там себя вести, нельзя было нормально против этого корпуса играть. Он действительно разносил всех. Вот потом, впоследствии, уже, соответственно, ему немножко подрихтовали этот овердрайв. И потом, наверное, еще немножко подрихтуют, потому что, ну, реально, как бы он бесит. Так, ну ладно. Я, так как у нас человек, который не ходит и не едет за джаггернаутом, я зашел, соответственно, в этот режим исключительно только потестировать это устройство, то есть поподжигать, не чтобы позанимать, соответственно, первые места. Вот чтобы занимать первые места, нужно, соответственно, ехать у нас и убивать постоянно джаггернаут. На джаггернауте там это вообще все легчайше делается. Вот можно, конечно, и типов у нас тоже убивать, но я, знаете, так более-менее просто катаюсь по кайфу. Но я прекрасно, допустим, для себя понимаю, что устройство прикольное. Причем, что я бы его особо не назвал прям мега имбовым, то есть чтобы вот ты берешь это устройство и все, оно вообще самое лучшее, самое идеальное. Да нет, в принципе, в каждых моментах можно свои фишки под этот план выдерживать, но здесь дело, как говорится, иммунитетов, которые будут у чуваков или не будут. Ладно, на этом мы с вами будем заканчивать данный видеоролик. Кому он понравился, обязательно ставьте ему свои царские лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами был Вайдер, всем пока.